Кривлята, с вами Топ и Турок. Сегодня давайте узнаем последний автомобиль. Подождем и посмотрим. Дядя, сейчас за рулем. О, что случилось? О, проблема с машиной. Ни одного человека. Что же делать? Раз, два, три. Давай, машина не двинется с места. Дядя, Питан затолкнул машину. Ну, безубежно. Так устал. О, вот Курок. Курок, иди сюда, помогите мне. Услышав историю, Курок приехал и проверил машину. А, у меня есть идея. Он крепко привязал веревку к машине дяди и использовал свою машину, чтобы поднять машину дяди. Ну, поехали. О, наверное, эта машина слишком мала и не в состоянии тянуть машину дяди. Куро изо всех сил пытался тянуть машину. Но нет, веревка оборвана. После этого они обратились за помощью. Курица и свинья сразу подъехали к машине. Если они солидарностью переодолеют эту трудность. Ну давайте, старайтесь. О, тебе неправильно, свинья. Ты должен стянуть машину. Раз, два, три. Давай потянем. Здорово, машина двигается.